Всем привет, мои дорогие! С вами, как всегда, Марина, канал Diamond Dream. И сегодня я хочу предложить вам расклад на классической колоде Таро, универсальное Таро. Перспективы ваших отношений. Давайте посмотрим, как развивается ситуация, что сейчас происходит и каких дальнейших шагов ожидать от вашего мужчины. Напоминаю вам, что если вы хотите, чтобы пришла именно ваша ситуация, то вам нужно хорошенько визуализировать вашего мужчину, назвать его имя, его дату рождения, вспомнить, как он двигается, как он разговаривает, его слова, которые он говорит вам обычно, как он называет вас. Напоминаю также о том, что если вы хотите обучиться делать расклады Таро самостоятельно для себя, для своих близких, получать важные подсказочки на каждый день, либо сделать это занятие вашей профессией, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку. И вам нравится, конечно, подача информации именно моя. Обращайтесь ко мне в личку и анонс обучающего курса моего под каждым видео. Итак, подумайте о своем мужчине, наведите эдакий энергетический канал с ним. Постройте сейчас для того, чтобы Таро раскрыли именно вашу ситуацию. Если вы будете понимать, что ситуация во многом отыгрывается. Помните о том, что это общий расклад, поэтому 100%, конечно, ситуация может не отыграться. Это и на личных раскладах не всегда бывает так, чтобы прям 100% отыгралось. Если вы чувствуете, что многие моменты совпадают, смотрите дальше. Если же понимаете, что речь не о вас, а о вашем мужчине, то можете уходить смело с видео. Итак. Вау, смотрите, у нас что? А у нас здесь Аркан Башня. Сегодня расклад будет для тех, кто сейчас находится в расставании. Скорее всего, то есть для большинства это расставание, потому что башня – это расставание, причем чаще всего резкое, как крушение всех надежд сразу, в один момент, в один миг. Нечто такое могло отыграться, что разрушило ваши планы, ваши надежды. Аркан Башня тут добавить даже нечего. Даже можете посмотреть, как он выглядит поближе, и для вас все будет понятно. Поэтому сегодня, скорее всего, мой расклад будет для девочек, которые находятся сейчас в такой ситуации. Итак, ваш мужчина. Его чувства к вам. Его мысли о вас. Его намерения. Его реальные действия в ближайшие какие-то сроки. Знаете, да? Помните, что мы смотрим ближайшие какие-то сроки, далеко не заглядываем, как будут развиваться события в ближайшее время между вами и результат. Вернее, давайте не результат, а совет вам, на что нужно обратить внимание сейчас. Так, ну что, девочки? Что, девочки? Здесь будет два направления, явно два направления. Первое направление – это мужчина женатый, и вы его любовница. Соответственно, здесь, ну, будет одна трактовка, да? Либо это ваш муж, либо это ваш муж, действительно, потому что сигнификатором у нас выпадает Аркан Иерофант, плюс еще четверка жезлов здесь есть. Здесь мужчина в отношениях. Здесь мужчина однозначно. Либо это ваш муж, либо это не ваш муж, но человек, с которым вы в отношениях находитесь. Сигнификатор Иерофант. О чем он говорит? Мужчина довольно мудрый, мужчина опытный, мужчина может быть старше вас возрастом. Если он не старше вас возрастом, конечно, может быть и моложе гораздо. Но мужчина уже такой умудренный жизненным опытом, довольно рассудительный. И, в общем-то, он придерживается норм и правил, которые выдвигают общественная мораль, так сказать, он может выглядеть весьма благодостойно. То есть сказать, при этом он может быть, конечно, и манипулятором, и там какими угодно качествами обладать, но транслирует он вовне вот именно вот такую ситуацию. Вернее, не ситуацию, а себя именно в таком свете транслирует. И, как я уже сказала, он в отношениях, скорее всего, потому что два такие аркана выпали. Либо ваш муж, либо это муж не ваш, но вы с ним в отношениях. Чувства к вам, чувства к вам, чувства для любого варианта, и первого, и второго, которые я озвучила. Здесь мужчина, безусловно, вас ценит. Король Пентаклей.
То, что вы ценны для этого мужчины, это да. Это не обсуждается, потому что король Пентаклей – это такой аркан, который говорит о том, что ценность имеете для мужчины во многих отношениях. Считает вас стабильным, надежным партнером, считает, что вы женщина для таких вот глубоких отношений, считает, что вы женщина, в отношения с которой нужно вкладываться, считает, что вы, ну вот вы реальная ценность. Вы реальная ценность. Если это ваш муж, вы смотрите на своего мужа, то знайте, что тут мужчина считает вас основной ценностью в своей жизни. Отпускать здесь мужчина из своей жизни вас не хочет. Не хочет. Если вы не жена его, то же самое. То же самое. Значит, он понимает, что с вами можно построить отношения. Очень глубокие, очень стабильные. Здесь вот такие чувства. Мысли о вас. Ну, между вами, да, между вами произошла. Здесь у меня экспресс-расклад, я глубоко очень не смотрю. Но, смотрите, мысли, четверка кубков. Он в расстроенных чувствах, он в депрессии, он переживает, потому что, ну, что-то между вами произошло. Что вам виднее, конечно, мы тут глубоко не копаем. Но мужчина вот так вот сейчас думает о вас, что вы, возможно... Может быть, возможно, и вы в таком состоянии находитесь, как он. Возможно, он думает, знаете, еще о чем, что если он сейчас пойдет с вами на перемирие, здесь явно нужно идти на перемирие. Тут да, не зря выпала башня на дне колоды, потому что ситуацию-то мы видим, что ситуация здесь разрыва идет. Поэтому он думает, что даже если он пойдет на перемирие, даже если он первым вам протянет этот кубок мира и дружбы, вы можете отказаться. Но это кубковый аркан. Здесь чувство, он вспоминает о том, как вам было хорошо вместе. Он вспоминает только хорошие моменты сейчас. Но действительно в какой-то прострации сейчас находится и не понимает, что дальше. И как дальше сложится, и вообще ни в чем не уверен здесь мужчина. Его намерение. Ну, вы знаете, намерений пока на ближайшее время я тут особо не вижу. Каких-то конкретных, потому что он сейчас пребывает в состоянии разбитого сердца. Мужчина здесь реально переживает. Вот что есть, то есть. Намерения какие. Пока еще побыть вот в этом аркане. Тройка мечей. Тут, кстати, может быть присутствие третьего лица. Мне четко здесь не показали мужчину или женщину. Но тройка мечей очень-очень часто означает, что в ситуацию вмешалось третье лицо. Либо женщина, либо мужчина. И именно из-за этого все это произошло. Ну, намерения вот такие. Пока он еще с пронзенным сердцем, пока его сердце еще кровоточит, пока ему еще плохо, ему еще нужно побыть вот в таком состоянии. Может быть, насладиться всеми прелестями такого состояния. Но намерения пока вот такие. Никакие, я бы сказала. Пока он здесь весь в переживаниях. Его реальные действия на ближайший момент. Ну, смотрите. Четверка жезлов выпала. Его реальные действия. Можно было бы сказать, вау, да, классно, здорово, он сейчас будет либо семью восстанавливать, вот если вы семья, да, либо там, если вы не семья, придет с вами создавать семью, ничего подобного. В окружении всех этих арканов, которые здесь есть, здесь стабильное болото, стабильное молчание и стабильное ничего не делание. Четыре ножки, стола, стула, видите? Потому что дальше идет у нас четверка, развитие ситуации. С этой стороны у нас ложится тройка мечей. Мужчина такой весь в этом аркане пребывает. Дальше идет у нас четверка жезлов и четверка мечей. То есть здесь стабильное болото. Не продвижение вперед. Здесь мужчине нужен какой-то тайм-аут. Ему нужно какое-то время для того, чтобы собраться с силами. И для того, чтобы что-то дальше предпринимать. Поэтому сегодня вот ситуация такая у нас, девочки. Уж не знаю, мне даже интересно, напишите мне там в комментариях, что такое между вами произошло и почему мужчина в такой ступор впал. Как будут развиваться события? Четверка мечей. Пока никак. Вам обоим нужен тайм-аут. Вам обоим нужно как-то много еще обдумать, многое понять, возможно. Пока ситуация на стопе стоит. На паузе, скорее всего. Вот. Каждый из вас вот в таком положении сейчас находится. Ни он не проявляется, ни вы никак не проявляетесь. Хотя вы думаете об этом. Вам совет, семерка кубков. Слишком много мыслей, слишком много энергии отправляете туда, в сторону этого мужчины. Слишком много. Вам нужно, во-первых, избавиться от лишних иллюзий каких-то и надуманных вещей. Слишком много додумываете. Вам нужно какую-то суть
основную из этих мыслей всех, которые вас одолевают, ее оставить, а все остальное отбросить. Вам нужно энергетически как-то очиститься. Вам нужно вообще, вот смотрите, четверка мечей и семерка кубков. Вам надо как-то действительно энергетически и эмоционально очиститься, освободиться для того, чтобы дальше двигаться вперед. Так, давайте я все-таки еще добавлю пару арканов. Так. А сделает ли этот мужчина первый шаг в этой ситуации? Ну, в какое-то ближайшее время. Ну, мужчина на самом-то деле хочет, чтобы вы сделали первый шаг. Он будет всячески хитрить, увиливать от того, чтобы как-то с вами идти на перемирие, либо делать первый шаг, потому что он ждет, он хочет в этих отношениях, в этой ситуации себя почувствовать на коне, победителем. Он не хочет первый делать шаг, потому что он считает, что женщина, пускай женщина пойдет на перемирие, вот на какие-то переговоры и так далее. О, у нас даже свечка затухла, видите, потухла. Пускай женщина сделает первый шаг, пускай женщина пойдет на перемирие, пускай она. Кстати, он считает, что вы довольно холодны, может быть, даже резки. А стоит ли вам делать первый шаг в этой ситуации? Девочки, здесь мужчина должен сделать первый шаг. Да, пускай все обдумывает, сидит. И закончить вот эту ситуацию, которая между вами сейчас, должен мужчина. Мужчина должен решиться на первый шаг, понять, как с вами наладить отношения. Поэтому нет, вам тут не стоит, конечно, сейчас даже и какие-то планы по этому поводу строить. Так, сделает ли он первый шаг в итоге, да, если вы сейчас не будете проявлять инициативу? Ну да, конечно, напишет, позвонит, как-то проявится в вашей жизни. Почему? Ну, а потому что он не может, этот мужчина, без вас. Вы его судьба, он прекрасно это понимает. Прекрасно понимает, что вас связывают вот-вот. Аркан Страшный суд. Аркан Страшный суд – это судьба. Аркан Страшный суд – это кармический очень-очень сильный аркан, который говорит о том, что вы нужны этому мужчине. Не просто нужны, вы ему необходимы. Как бы он там ни уклонялся от инициативы первой со своей стороны. Ну, вот такой получился сегодня у нас расклад. Спасибо за то, что посмотрели до конца. Надеюсь, какая-то ситуация, какие-то моменты срезонировали. Возможно, и все срезонировало. Буду очень рада вашим комментариям. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши теплые отношения. Желаю всем счастья, любви, только самых гармоничных, прекрасных отношений. До следующего расклада. Всем пока-пока.